Мама тебе велела за мной приглядывать, а ты приглядываешь в окошко. Отстань. Товарищ Юрка, сын командира, ефрейтор Шах Назаров выполнил боевое задание и возвращается на заставу. Марекс, а кушать домашнего? Объявляю тебе сутки домашнего ареста. Из дома, чтоб не ногой. Представь себе, пришел чужой человек, нарушитель границы. Сунул собаке отравленный кусок, она и лапы кверху. Предупреждал же, она только от меня еду возьмет. Нет. Не что, опять под арест идти. Шок, миленький, не умирай. Меня, наверное, скоро увезут отсюда. И запомни, ты уже почти солдат. И как бы ни было трудно, всю жизнь оставайся солдатом. Ты что, сын полка? Я сын командира.